Всем привет, с вами Тома. Как я и говорила в прошлом видео, у нас стартовала новая акция, ну точнее сейчас стартует, после того, как мы выполним это задание, на карьеру учителя танцев. Как и в прошлый раз, нам дается время, чтобы начать линейку, и на саму линейку нам дадут 4 дня. Совершите событие «Волшебство танца», очевидно, дома на диване. Судя по всему, давайте отправимся домой. И, кстати, перед тем, как начать, мы зайдем вот сюда. Все истории, карьера и посмотрим шансы для танцев. Мы сможем по завершении этой карьеры, если, конечно, мы пройдем квест на ее получение, мы сможем разжиться танцполом, тумбочкой, кустиком и модной одеждой для танцоров. Я не знаю, в каком месте будет проводиться данная... проходить уроки. Если вы знаете, можете мне в комментариях написать, но в плане, куда надо будет ходить и работать. В какую зону, потому что что-то я пока не очень соображу, куда можно ее будет, в, наверное, в спа-салон в этот, потому что других вариантов у меня нету. Ну что, там на диван нажать надо? Волшебство танца. Давайте начнем. В центре города внезапно. А, карьера вот тут будет, в этом, в танцевальном, наверное, в диско-клубе. Ну, вообще, конечно, логично. Было бы, наверное. Давайте быстренько прокликаем начальные задания, посмотрим на начало линейки. Я покажу, сколько получится, само собой. Ага, то есть не в спа-салоне, а тут. Ну, вообще логично. Диджей плюс танцы, как бы, да. Что-то я сразу не подумала, вы не знаете? Я какая-то очень странная в этом плане. И, как всегда, у нас, очевидно, будет куча ламазумов и прочее-прочее. Моя ламазум, кстати, куда-то делась. Интересно, ладно. Давайте сначала это прокликаем. Просто тут обычно я скоро приеду. Она, очевидно, не дождалась меня и уехала. Вот это будет смешно. Ну да ладно. Ух ты, смотрите, у нас одинаковые юбки с кем-то. Мы хотим попробовать что-то рискованное. Даже не знаю, что мы хотим попробовать. И я серьезно не знаю, что она тут может рискованное попробовать. Я, наверное, тогда этот квестовую линейку буду проходить еще этими персонажами старыми, а потом уже создавать новых, ну, выращенных детей. То есть, короче, карьеры у нас опять откладываются. А потом, очевидно, будем смотреть все и сразу, потому что... Да сколько ж тебе надо что-то делать? Потому что у меня уже две карьеры есть. Это будет, если что, третья карьера. Неплохо так. И да, наверное, если будут известны следующие этапы заданий, наверное, я оставлю, как обычно, ссылку где-нибудь в описании. Или туда на пост с шагами. То, что очень полезно бывает распределить время. В прошлый раз, если бы распределение... Ну, в смысле, если бы я не знала, куда чего, я бы точно не успела. Хорошо. И что же нам надо будет делать по этой чудесной карьере? Для начала надо воспользоваться зеркалом, чтобы ободрить себя. Давайте поедем домой и воспользуемся зеркалом, чтобы себя ободрить. Ободрить. Вот там уже кто-то хочет повзрослеть, но нет, будете ходить с тортиками. А, кстати, у нас девчонка все-таки выросла. Будете ходить с тортиками, пока мы не выполним квест, ничего не знаю. Посмотрите урок по выполнению... Движение пирамида пломбоб с пируэтом. Нажать на диван. Окей. Так, расход 2 энергии. Давайте-ка на всякий случай сделаю тоже себе скриншотики, чисто на память. Буду сравнивать потом с сложностью заданий. Ну, там, как обычно, наверное, будет 100-500 ламазумов. Да. Мы не ищем легких путей. Обсудите танцевальные фильмы с тремя персонажами. Давайте с кем-нибудь обсудим. Что-нибудь с кем-нибудь. Ха-ха-ха. Это так смешно, что просто обхохочешься. Давайте, кстати, а мы можем, допустим, позвать сюда Эллен и, допустим, вот так, а потом наоборот, чтобы не знакомиться с незнакомцами. Хитрый план. Правда? А теперь наоборот, ты с ней поговорим. Видали, как я придумала? Крест-накрест поговорили, мы молодцы.
И следующее, наверное, какое-нибудь... Нет, еще завершите три события отношений или семьи. Ей! Давайте тогда мы пообщаемся с ребенком. Наверное, тут мы будем потихонечку... Я вас, наверное, оставлю, потому что это, конечно, вот это можно быстро прокликать. Да, это девочка внезапно. А вот все остальное я быстро не прокликаю, потому что... Что у вас тут опять дымится? Потому что ребята у меня на работе. Я их внезапно на работу отправила. не так давно перед записью. Так что, наверное, на этом я тогда буду вас оставлять. Я скину ссылку на какой-нибудь пост, где будут скриншоты с этапами. Или где я буду их выкладывать. Или если в группе по игре их выложили, то там. Вот. И... Пишите в комментариях, если что-то интересное будет по этой теме. Я думаю, что вот после этих трех отношений сразу какой-нибудь лама-зум влепит. А у меня лама-зум... А, нет, вот приехала. Чёрт. А, кстати, можно сразу выбрать тогда мировую весть и сразу выполнять задание на отношения? Да, вот. Долгая встреча. Ладно, за 6 часов, я думаю, холодильник давайте. Мы будем сразу прокачивать лама-зум параллельно. Я надеюсь, что он скоро будет... А то будет смешно, если его не будет. Теперь у нас этот мужик дома ходит. Это печально. Это, ну, смотрите, она ее учит на хирурга. Такая, короче, чтобы быть хирургом, надо, значит, это и это. Короткое событие. Вот, короткое событие мы сейчас завершим. Стандартные встречи, долгие встречи. Мужики, срочняк, возвращаемся с работы. 4 часа. А-за-за-за-за-за-за. Ладно, я с этим что-нибудь придумаю сейчас после записи. Надеюсь, видео было вам интересно. Пишите в комментариях, как у вас дела в игре. И увидимся в следующем. С вами была Тама. Пока.